Добрый день! Сегодня приготовим вот такую аппетитную щуку под маринадом. Кому интересно, оставайтесь на канале и смотрите. Щука под маринадом. Ну, нам понадобится 1,5 килограммчика приблизительно щуки, 3 морковки, 2 луковицы, соль, сахар, перец горошком, лавровый лист. Значит, можно делать с томатной пастой, но я сделаю сегодня с томатным соком. Вкус получается более нежный маринада. Значит, также еще понадобится мука, обвалять рыбу перед жаркой. Итак, поехали. Под маринадом. Значит, нам понадобится 1,5 килограмма средней щуки, 3 морковки, 2 средних луковицы, соль, сахар, мука, лавровый лист, перец горошком, томатную пасту. Ну, томатную пасту можно заменить, я сегодня буду готовить с томатным соком, так получается более нежный маринад. Итак, щуку очищаем, значит, потрошим и нарезаем, ну, примерно 3-сантиметровые, 3-4 сантиметра кусочки. Рыбу солим. Ну, так, со всех сторон. Ну, если кто-то любитель, можно черным перцем немного посыпать. Посолили. Обваливаем в муке. И начинаем обжаривать на хорошо разогретой сковородке, ну, приблизительно 7-10 минут со всех сторон. Вот так обваляли. Обжариваем рыбу со всех сторон. Пока рыба жарится, подготавливаем лук и морковь. Лук нарезаем полукольцами. Морковь натираем в крупную терку. Итак, рыба у нас зажарена, готова. Ее снимаем с плиты и остужаем для дальнейшего вытаскивания костей. Лук, порезанный полукольцами, обжариваем в течение 5 минут в небольшом количестве растительного масла на хорошо разогретой сковороде. Пять минут прошло. Вот слегка золотистый цвет такой лука стал появляться. Ну, теперь добавляем сюда морковку. Вот такой у нас будет маринад. Все это перемешиваем. И тушим еще приблизительно 5-7 минут. Итак, морковка потушилась 7 минут. Добавляем 250 грамм томатного сока. Можно, конечно, использовать и томатную пасту, но тогда грамм 150-200 добавить. Но с соком нежнее, напомню.
добавляем томатный сок, перемешиваем. И еще будем томить минут 15 маринад. Теперь добавляем лавровый лист и штучек 10-15 перца. Также можно добавить соль и пол чайной ложечки сахара для вкуса. Все это перемешиваем и тушим еще 5-7 минут, и маринад наш будет готов. Вот такая красота. Рыбу лучше отделить от костей после того, как она остыла. И складываем, отделяем и складываем в какую-то емкость. После того, как от рыбы отделили кости, укладываем сверху на рыбу маринад. Маринада вот так прилично получилось. Но он обычно съедается очень быстро. Вот так вот укладываем. После этого надо, чтобы рыба остыла вместе с маринадом. И можно убрать ее в холодильник. Вот такая вот красота получилась. Все, убираем в холодное место. Кушать такую рыбку под маринадом можно как в холодном, так и в разогретом виде. Ну и также можно приготовить, не обязательно щуку, можно приготовить судака, треску, ну и любую другую достаточно крупную рыбу. Итак, если кому-то понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания и удачи!